У нас 15 июля 2019 год. Мы находимся возле разъезда. Вот идет поезд товарный. Там мы приехали сюда клубнику собирать. Я немножко уже пособирал. Клубничка уже подсыхает в этом месте. Поздновато немножко сегодня приехали. Другим заняты. С нами приехал вот тут Владимир Юрьевич Голендухин с Урала. Тоже здесь. И трое ребятишек с ним. Егор. Ну что, Егор, как твои успехи? Понятно. Так, что у нас у этих отроков? Вот. Как успехи? А, понятно. Суховато она вроде, да? Суховато, да, да, уже. Потому что подсохла она, не такая сочная. Ну-ка, покажи. Женя, покажи. Женя, покажи свою кружку. В принципе, одинаково. У Егора больше. Да, Сергей Павлович. Давай, показывай. Ну, что ты? Да, прямо. Ну, у тебя чуть побольше, чем у ребятишек. Да, понятно. Тут же кроме нас еще другие собирают. Сейчас посмотрим, сколько у Игнатьева еще там. Ветер сильный этой. Да, солнышко светит. Все здорово. Это начали сейчас. Только приехал, минут 10. Более трудная пошла. На ту сторону перейти, там трава лучше. Я вот пойду в рецепт. Давайте, с Богом. Это прям совсем мелкая, вот она. Кого? Даже никогда такой тут не было. И главное, дожди будет. Клубника вкусная ягода. У нее аромат такой. Здесь покрупнее. Вот она. Вот так вот. Такая вот красотища. Там вот поля. Посадки. А вот этот куст. Сейчас я посмотрю. Вроде бы ягоды каренты. Да, она и есть. Это смешанное, сместили смородину с крыжовником. Сместили, вернее сказать. Вот такие вот ягодки. Они потом или останутся желтые, или черненькие, или красненькие. То есть они разные бывают цветом. Вон там тоже он куст каренды у нас. Вот он. А вот еще там, если дальше идти, в ту сторону, куда я показываю, в той стороне, там, за железной дорогой. Там вдоль железной дороги в посадках тоже много кустов насажено. Когда поспеет ягода, мы за ней тоже ездим, собираем. Она вкусная такая. Вкус необычный. Ну, вот так вот. Господь дает чудные дела свои, показывает. Мы тут не поливали, не садили. И собираем только и едим. Слава тебе, Господи наш, слава тебе. Аллилуйя.